Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем Хогвартс. Так, с нас там наш эльф хочет видеть. Пойдемте посмотрим, что же он нам хочет сказать. Так, Хогвартс, 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 секретные комнаты. Сюда. Хотел поискать Деми масок, но думаю, это будет очень-очень долго. Поэтому по пути. Дик? Дик, очень рад вас видеть. Недавно он нашел в комнате эту сумку. Она наверняка пригодится вам в учебе. Дик видел такие раньше. Он называется это «Хватать мешком». Вау, прикольно. Очень полезная вещь, чтобы ловить и приводить магических существ. Какой приятный ветерок. Я все думаю о том, что сказал профессор Ховен. Она считает, что в свободное время нужно изучить как можно больше существ. А еще она упоминала, поблизости орудуют браконьеры. Так что, по-моему, у нас существам будет лучше. Дик тоже так думает. Вот видите, комната знает, что вам нужно. А Дик может показать вам, как где пользоваться хватит мешком. Сейчас еще комната... А, нет, это выход. Хорошо. Тогда идем. Да-да-да. Ну, давай, взаимодействуй. Я хочу узнать, как пользоваться хватмешком. А, отлично. Дик не прочь прогуляться. Ну да, посмотрим, сейчас будем ловить существ. Наконец-то. Не хватает, мало ли, мало нам было растений, короче, сейчас еще животину будем ловить, разводить. Он был гадким браконьером, работа на него была Дику ненавистна. Он творил уж жуткие вещи с прекрасными существами. Именно тогда Дик впервые увидел хватмешок. Приятно знать, что вы используете его во благо. А кто тебе сказал? А кто тебе сказал? Вот мы и пришли. Дик любит приходить сюда, чтобы посмотреть на магических существ. Особенно ему нравятся карликовые пушишки. Он рад, что здесь им... Вам нужно лишь подойти поближе, направить хватит мешок на карликовую пушишку, и она немедленно поймается. Хорошо. Я так понимаю, хватит мешок, это вот здесь, да? Круто. Ну, давайте тогда вот так вот, если что. Так, ага. Тихо, а ну, вот сюда. Так, поймали. Отлично. А ну под сюда. А можно посмотреть в инвентарь, наверное, да? Да, можно. Пушишки обе самки. Нам надо самца. Сейчас подожди. Привет, дружище, да не беги. Ах ты маленькая... Вот зараза, а? Да ты смотри, а чё, ну, стоять, ну я вас это... Опа-на, попался. Волшебная тварь спасена. Почему тварь? Почему тварь? Почему не животное так? Опа-на! Поймал. Так, ну он остался один? Или не один? Ты
Опа, попался. Молодцам. Ну, раз их можно, кстати, продавать. Опа, опа, опа. Давай, 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 иди сюда. Хорошо. Все, отлично. Сколько мы набрали, вот, чисто ради интереса? Инвентарь. Так, самец-самка, самец-самка, самец-самка. О, отлично, все нормуль. Все нормуль. Мне удалось поймать карликовую пушишку. Вы можете спасти столько, сколько в месяц хватит мешок. Браконьеры ловят пушишек. И, ну, в общем, Дик точно не знает, что они с ними делают. Но уверен, что у вас они будут в безопасности. Но всех существ не так легко спасти. Дик предлагает вам поискать кого-нибудь летающего. Как насчет Трушайки. Хорошо, где мне искать? Дик видел одну, гнездящуюся западу отсюда, на большом дереве, которое видно из Хогвартса. Но нужно соблюдать осторожность. Недавно Дик наткнулся на браконьера в тех краях. Вы пока подготовьтесь, а Дик будет ждать вас там. Так, ну, лады, полетели. Просто полетим. Почему бы и нет? Опа, тихо. Стой. Тут у нас это кое-что есть. Можно подсобирать маленечко. Деньги-то нам еще нужны пока что. Мы не все закупили, так сказать. Ага, это не работает. Да. Типа оно сгорело. О, неизвестный предмет. Причем хороший. Хороший неизвестный предмет. Ага, наверху что-то еще осталось. Это мы забираем. Так, тут у нас грибы. А тебя я могу поймать? Ты не магическая тварь, ты просто сова, да? Жалко. Так, тоже забрал. Пиявочек вот соберем. Ресурсы нам нужны. Хоть ничего и не производим, а пригодится. Ну, полетали. Так, испытание Мерлина. Чего это? Ага. Ну, козлы, идите сюда. He's weak. Yes, he is. When's the last time you saw him? I'd say you're right. Dismal's more the word for it. Так, but you know what they say. Dark skies before a storm, and we've had our storm. Found anything worth poaching near Cragcroft. Ага. А, двоих сразу грохнул. The beasts around here can sleep a bit easier now. Что это было? А, лунный камень. Да какой реливый? Все, давай обратно. Так. Ага, собирать. Собираем все, что надо. Все, что можем. Все, что влазит. Больше вроде ничего такого, да? Какой-то интересный камень просто был. Что, испытание Мерлина? Ну, давайте испытание Мерлина. Раз тут просто поразбивать. Чё бы нет. По пути надо все делать. Поехали. Не достаёт, да? Обидно. Нам же расширение инвентаря пригодится. Я уже даже забыл, что испытание Мерлина дает расширение инвентаря. Столько информации тут. Так что не мудрено. Да, давай сюда. Вот, другое дело.
О, птички, неплохо. Hello, Deke. Привет, Дик. Продолжим? О, конечно, Дик так беспокоится о вас из-за всех этих браконьеров вокруг. Видите, это большое дерево. Болтушайки там. Действительно рады. Если что, Дик видел, что Левиос использует, чтобы замедлить летающих свет. Тогда проще подобраться к ним и поймать. А если мне не удастся обнаружить существ в их привычной среде обитания? Существа обычно держатся вблизи от своих... Обиталище. Поймите, поищите их рядом или просто подождите, пока они не вернутся. Хорошо. У тебя есть советы, как спасти более неуловимых существ? Тут вам пригодится Левиоса. Поможет спасти не только летающих существ, но и таких, которых вообще очень трудно поймать. Попробуй применить его, когда будете ловить очень мелкое или юркое существо. Угу. Можешь рассказать о том, как ты работал на своего прежнего хозяина? Хозяин Дика плохо относился к существам и к Дику. Для него они были лишь источником прибыли. А он использовал их как ингредиенты для зелий. И как рабов, и как... Но теперь Дик в Хогвартсе и очень этому рад. Здесь он помогает ухаживать за существами, чтобы искупить вину за все те ужасные вещи, которые хозяин заставлял его делать. Тогда я пойду спасать Болтрушайку. Удачи! Дик будет ждать. Господи, такие названия прям тренда. Места обитания зверей может... Да, это я и так понял. Да мне, знаете, мне проще, типа, Ой, не туда. Мне проще замедлить. У меня же есть замедляющее заклинание. Давайте сюда. И будем ловить. Так, 4. Так, поймал. Куда? Назад. Поймал. Давай, иди сюда, зараза. Опа-на! А ну иди сюда. Отлично. Так. Ага, два раза просто надо нажимать. Хорошо. Ревелио. Все, больше никого. Мне просто интересно, кого я наловил-то. Самец-самка. Самец. Три самца, одна самка. Вы издеваетесь? Давай еще самок. Вы что, было бы наоборот, было бы... Ага. А, вот летают еще две. Хорошо, сейчас разберемся. Так, ну ты же идешь сюда. Так, это самец. Не, мне самец не нужен. И это самец. Самец. Ревелио. Это все самцы, не. Ну, давайте просто отпустим их. Парочку самцов. Типа, ну не, так не интересно. Так. Да, отпустите. Да, все, гуляйте, ребят. А он их прямо здесь выпустит, да? Да, все. Ну, нет, как-то странно. Как-то странно летали одна самка. Мне удалось поймать болтрушайку. Дик надеется, что ваша и болтрушайки будет удобно в мешке. Браконьеры охотятся на них из-за перьев и не слишком церемонится, выдирая. А другие существа тут есть? Дик знает только про стадо лунтилят. Они живут на опушке, к которой ведет эта тропа. Дик подождет вас там. Да, господи. Так, полетели лады.
тут еще и быстрое перемещение. Ну давай сначала активируем. Привет, Дик. Это та полянка, про которую ты говорил? Именно. Лунтилята приходит к большому дереву с узором в виде спирали. Но только когда светит луна. Так что если вы не умеете ускорять время, придется подождать наступления ночи, чтобы их увидеть. Как ты прекратил работать на своего хозяина, сказал Хогвартсе? У предыдущего хозяина Дика не было семьи. Поэтому, когда он умер, все домовые эльфы получили перераспределение от министерства. Дика отправили в Хогвартс, с чем ему... Несказанно повезло, а вот его друзьях такого не скажешь. Тогда отправлюсь на поиски Лунтиленка. Дик будет ждать вашего возвращения. Хорошо, подождем. Лунтилята, блин. Придумали же названия всякие. Лунтилята, пушишки... Почему, кстати, вот так вот нельзя, да? Так, самец. Ага. Лады. Ага, поймал. А да не убегайте, я добрый! Так, это мы спасли самца, по-моему, да? Да, это самец. Ревелио. Ну и куда они все ускакали? Ну я же одного самца не заберу. Вот, так. А, ну стоять. Так, ты самец, не попала, самочка не попалась. Опа, вот она, вижу. Стой, зараза. Я тебя все равно поймаю. Оп. И еще парочку, чтобы им скучно не было. Попался? А вот так катишь? Дик, ты во мне ошибся, я тоже браконьером буду подрабатывать. Так, а ну стоять. Так, это у нас два самца и две самки, да, я так понимаю? Два самца, две самки. Да, все верно. Ну, этого хватит. Да, прикольно, ловить-то удобно. Мне удалось поймать лунтиленка, хоть это было и сложнее, чем другими существами. Еще одно существо в безопасности. Жаль, что мы не увидели танец лунтилят. Восхитительное зрелище. Дик думает, что здесь мы закончили. Вы спасете еще много существ. А пока давайте отнесем тех, что уже есть, в выручай комнату. Хорошо. Дик будет ждать вас в выручай комнате. Приходите, когда сможете. Да я прямо сейчас приду. Че мне... Чего томить? Надо посмотреть же. Так. Занялись браконьерством. А, вот и вы. Теперь нужно показать спасенным существам их новый дом. Но здесь для них маловато места. Представьте, что начнется, если все эти существа начнут метаться. Может быть, если вы подумаете о том, что нужно вашим существам, комната сама вам это предоставит. Ну, я же говорил, будет еще одна комната. Интересно, что же вы себе представили? Ну надо же! У вас получилось!
Но что именно? Дик не знает. Но можно выяснить. Буду ждать вас внутри. Охренеть. А, все, текстурки. Текстурки. А, алло, текстурки. Текстурки, а че так долго? Ну, SSD-шник, да. Уай. Вау. Нихрена себе. Ну надо же, просто потрясающе. Где мы, Дик? Я думаю, здесь вашим существам будет лучше всего. Этого своего рода верари или что там. Всем вашим существам будет здесь очень уютно. Они проживут счастливую, беззаботную жизнь. Может, выпустить их? Пусть посмотрят на свой новый дом. Хорошо. Чтобы добавить тварь, необходимо выбрать ее из вашего инвентаря. Тварь может спасти в высокогорном регионе. О, давайте летающих сначала. Эй, а чё? Эй, алё. Пушишка. Ну ладно, давайте вот так вот. Остальных выпустим. Почему нельзя всех выпустить? Чё за бред? Ну, кстати, прививки, да. Блин, да испортил титрами. Ну, в смысле, резко вздыхает. Зачем эти титры писать? Дик думает, что в этом вавериуме... Господи, конечно, лишь бы все, всем хватило места. Дик тоже на это надеется. Но если места все-таки не хватит, обратитесь к мадам Клюфс из лавки Клюх и Холодов. Фокс, ведь она может найти жилище для ваших фермер. Для тех, кто не вместился. Ага. Да, она всегда готова позаботиться о шах, которым нужна помощь. И она предложит за них справедливую цену. Кстати, если вовремя кормить его часовой существ, можно получить ценные волшебные материалы, например, 6 карликовых пушишки. Когда соберете волшебные материалы у кого-то из существ, Дик поможет, покажет, как их использовать. Хорошо, я скажу, когда соберу их. Если волшебные твари ухожены, они дают различные материалы с магическими свойствами. Корм для твари, щетка располагается. Это хорошо. Нажмите Т, затем наведите курсоры и передайте команду. Да, это я и так знаю. Так, нате. Так, тебе друга. Ты кто у нас? Ага, на тебе друга. А чё-то столько мало, серьезно? Ну, остальных тогда мы продадим. То есть просто... А, я думал с этим говорить. Так, Т. Покормить, почесать. Да какой люмус? Привет, ребята! А чё, вы теперь типа считаете меня другом, да, своим? Дик thinks you are doing good work here. И тебя почешем. А ты что тут один стоишь? На, держи. Покушайте. Да, мне другая нужна тварь. Держи, кушай. Ну, тамагочи гребаный, давай. Да на, держи. Никого не оставлю. Ага, собирается. А, ну они мне что-то надавали. Hello, Deek. Привет, Дик. Можно спросить тебя кое о чем? Что вы хотите узнать? Да я понял. Это я и так понял. Кто что может... Это... Да... Hello, отойдите от него! Господи, да я понял, да. Просто отойдите от него и все. Так, это... О, молодец, спасибо. Прям отлично. Так, с тебя я тоже собрал. А птички где? Птички, так, с тебя собрал. Хорошо. Гениально. Так, а где ты? А, с тебя тоже собрал, да?
Все, тогда отлично. Давайте посмотрим, что тут вообще есть. Как бы, ну тут есть вот лес, да, то есть и ресурсы тут, я смотрю. Можно подсобирать. О, тут даже ящик какой-то есть. Пол! Как-то интересно. Так, там наверху что-то еще было. Да что? Да что-то такое. Так, ну... Ага. Животных, кстати, ну, мало для такого места вмещается. Ну, может будет какое-то расширение или что-то еще. Да прыгай ты, не боись. А, кстати, да. Так, ну мы их вычислили. Так что давайте вот так вот, наверное, сделаем. Ага. Так, значит, кормушка. О, давайте кормушку, хорошо. Ну, я не понимаю, как они будут... Ну, ладно. Пока пускай так. А, коробка с игрушками. Пускай развлекаются. Так, это назад. Это тоже назад. А, декоративные. А, вот для чего трава нужна. Ага. Я понял, ладно. Ну, короче, тут можно вообще развлекаться. Но не, это не зоопарк, не, я не буду это делать. Так, здесь у нас пол. Секция простого каменного пола. Тут можно какой-то вообще замок построить, ни хрена себе. Ну да, тут много чего есть. Для использования в качестве напольного покрытия. Ну, тут, типа, может тропинку тогда замутить, да? А, тыковки. Ну, прикольно, прикольно. Вообще интересно, да, придумали. Что-то можно здесь замутить интересное. Ну, с кормушкой никак не занят. То есть они, по сути, могут сами кушать. Что с голоду они точно не сдохнут. Лунный шар, золотой шар, шар из козявок, перекати поле, ага, шар из пряжи, манекен темного волшебника. Фас, ребята! Шар из костей, не лопающийся пузырь. О, ну-ка давай-ка. Ну-ка. А не та, если вот так. Прикольно, да? Ладно, я тебя обижать не буду. Так, здорово, Дик. Мне удалось раздобыть волшебные материалы, Дик. Теперь Дик покажет, как использовать. Для начала наколдуйте зачарованный ткацкий станок с помощью этого магического рецепта. О, зачарованный ткацкий станок. И именно, на нем вы сможете плетать магию волшебных материалов прямо в нити одежды. И тогда он станет для вас намного полезнее, чем была. Хотите попробовать? Дик полагает, вы будете в восторге от возможностей этого ткацкого станка. Хорошо, Дик, я поработаю с ткацким станком. А, ну не здесь же, да, здесь это. Пока, ребятка. Ребятки. Так, ну ткацкий станок можно сюда куда-нибудь забабахать. Сорян, не то. Вообще, нафига, иди сюда. Не то. Вот это. Динц. Ткацкий станок. А, вот он. Все. Так, давай. Так, а какой стороны правильно? А, ну вот этой, да. Педальки здесь. Взаимодействовать.
Остановка. Да, это понятно. Так. Ну что мы носим, у нас помечено, да? Так. Вот второй уровень, вот третий уровень. Броска древний весьма значительный башарон от Мандрагоры. Межмы. Перу. Ну мы можем только вот эти, да? Так, ладно. Это мы носим, это есть. Это мы носим, это в нем есть. Пускай... Вот здесь вот нету. Мы можем обновить. Ха, неплохо. Так, давайте характеристики. Хорошо. Так, инцендио. Тролли, инфернал, гоблинов, топероек, котёнок... Нет. Древней магии. Нет предела совершенства. Окей. Так, давайте обновим. Хорошо. Так, перчаточки. Ну, тоже обновим. Хорошо. А тебе, кстати, надо характеристики, да? Ну, опять же, бросок древней магии, да, наверное. Так, посмотреть обновление. Обновить. Нет, не туда. Обновить. Обновить. Хотя зря надо было сначала определить там. А потом уже это. То есть, ну, в принципе, все мы пообновляли. Да, стой, тихо. Хорошо получилось, надо показать Дику. Так, давай определим. Ну, естественно, я же говорил, там будет кое-что получше. Ну, да ладно, не страшно. Так, это нет. Ого, это нифига себе, это намного выше. Намного выше. Так, тебя убираю. Перчаточки. Давай, перчаточки. Типа вот так. Здесь у нас что? Здесь у нас ничего, да? Ну, по-моему, два предмета только было. Улучшенных у нас. Пойдемте опять их прокачивать. Так. Вот тебя. Уже не хватает. Уже не хватает. А шапка? И на шапку не хватает. Урон от Мандрагоры. От ядовитый тентакл. Ну, пускай будет. А остальное мы продадим. Денег же заработаем. Я воспользовался зачарованными ткацким станком. Чудесно. Можно ли с помощью этого ткацкого влести в мою одежду еще более сильное волшебство? Безусловно, но для этого нужно спасти более могущественных существ. А сейчас Дик предлагает вам посетить Виварий и посмотреть на спасенных вами существ. Ну да, вот это. А на этом сказке таки можете собирать любую одежду? Нет, пойдет только одежда определенного качества. Дик полагает, что в своих приключениях вы еще раздобудете более ценную одежду. А еще Дик знает, пару лавок Фоксов, где продают много разной одежды, которую можно улучшить. Спасибо тебе за помощь, Дик. Красота. Ну я здесь, и чё на них смотреть? Ой, ты какой попрыгушка. Так, давай, чё мы возьмем? Чё нам сюда надо? Вот это нам сюда надо, вот это и вот это. Развлекайтесь, ребята. Я пойду соберу, что у меня там в этом, в моем ботаническом саду было. Давай, открывай. Ну, там вот тоже такая же лесенка, статуя, значит, там комната еще откроется, да? Так, забирай, бадьян сюда.
Это я забрал, это я тоже забрал. Мандрагору я использовал, тоже заберу. Спасибо. Не-не-не-не-не-не-не, делать ничего не надо. По крайней мере, не сейчас. Так. Да не-не-не, тихо-тихо, успокойся. А чё? А, у тебя много, просто все понял. Понял, принял. Не буду мешать. Так. В Хоксмит, Хоксмит. А, друзья, познайте в беде. Магический рецепт. Ну давай, почему бы нет. А, сначала мы сюда переместимся. Продадим лишнее. Да, продадим лишнее. Может... О, кстати, я так понимаю, ночь, да? Так, ночь. Хорошо. Ну, я пойду сразу к чертежам. Что мы еще не купили? Ну, прям важного, что мы не купили. А что ты не пригрузился еще? Так, точно продаем. Туда же. Да, кстати, снаряжение так обновляться будет прикольно. Наконец-то. А, да, серьезно, лучше. Ну да ладно, пофигу. Не сильно важно. На пару там единиц ничего не изменится. Угу. Так, что ты мне дашь? Горшок. 3... А, чуть-чуть не хватило, серьезно. 5 маленьких горшков было бы, кстати. Угу. То есть, по идее, 3000 мне только надо. Соточку, просто соточку надо найти. Опа. Неизвестный наряд. Ну, он не легендарный. Поэтому я просто его сейчас продам, получу соточку. На, забирай, дружище. А я вот это куплю. Like right. Да, хороший обмен. Потом я их размещу. Пускай они это варят рандомные зелья. Пригодятся. Что у нас здесь так много всего? Можно перепрыгнуть? Да, господи, что вы не даете мне перепрыгнуть? Так, ну тебя-то я понял. А ты вот замок, да? Ага, третий уровень. Здесь что-то интересное будет. Здесь тоже третий. Угу. О, а я сюда просто зайти могу? Забираем. Забираем. Да хватит жрать, подбери то, что нужно. Так, наверх. А, лестница наверх. Угу. Does it get any more cozy than Hogsmeade? А, вон оно как. Второй уровень, как раз. Но мне интересно, что там приныкали. Да блин. И тупо вернул. Фух. Кстати, надо внимательно посмотреть, может, что это будет. Я понял тебя, дружище, я понял тебя. Все. Вот так вот, да? Попался. Обманули дурака. Так, внимательно смотрим. Этой вроде нету. Демимаски. Вот это, кстати, раздражает то, что... Ну, чувак, ты открыт. Что тебе надо? Ладно, пойдемте за квестом. Все равно еще не ночь. Так, в трех метрах. Чё там, кому чё помочь надо? Glad you came.
А, опять тебе, да господи. Здравствуйте, Сирона. Я получил от вас сову. Как поживаете? Приветствую. Удалось найти Ладгока? Ну... Да, спасибо. Мы хорошо погорели, и он передает вам привет. Рада это слышать. Не стану выведывать у вас подробности разговора, а также напоминать вам об осторожности. Надеюсь, вы будете ее соблюдать, какими бы ни были ваши дальнейшие планы. Да, обязательно. В записке сказано, что вам нужна моя помощь в каком-то деле. Нужна. Я хотел попросить вас сказать услугу моей подруги Дороти Спроттл из Верхнего Хоксвилла. Кажется, я не знаком с мисс Спроттл. Она очень милая. Мой отец дружил с ее покойным супругом, Эйденом. Кстати, в годы учебы в Хогвартсе я оставалась у Дод и Эйдена на... Но после смерти Эйдена мы виделись лишь мельком. В пабе сейчас для дел не проворот, и мне не удалось уделить ей время. Поэтому я хотела попросить вас проведать ее и узнать, не нужно ли помочь ей собрать ингредиенты для пополнения запаса рябинного отвара, а заодно забрать одну вещь, принадлежащую мне. Это коробка со старыми письмами и всякими мелочами. А зачем мисс Портл хранит запасы рябинового отвара? У Дот большой талант к зельеварению. Она готовит рябиновый отвар для странствующих торговцев. Обычная мера предосторожности, увы, ставшая необходимостью, когда сторонники Рока перекрывают торговые пути. Почему ваша коробка писем осталась у мистера и миссис Поттер? Это одна из нескольких, которые я хранила в юности. Дот нашла ее, когда... Я даже не помню, что там. Наверное, что-то ужасно сентиментальное. Наивная переписка юной ведьмы с подружками. Можете взглянуть, если найдете коробку. Честно говоря, надеюсь, там хранятся вещи, связанные с приятными воспоминаниями. Я постараюсь заглянуть к ней, когда будет время. Я буду вам безмерно признателен. И... как и Дорик. А Эйден собирался принести коробку писем мне, когда ему стало плохо. Тот покажет тебе, да-да-да. Эта деревушка находится к северу от Хосмина. Передавайте Дот от меня привет. Обязательно. Типа, вот что такие скоростные ребята. Так. Ну, давай, поехали. А, ну тут летать нельзя, да. Давайте, раз мы взяли квест, во-первых, мы подождем ночь. Может, где-то здесь. Угу, спасибо. Так, вон там что-то похожее. Вот она, Демимаска. Так, я здесь пройду, да? Ага. На самый верх. А как я, кстати, я же бегал ночью и не нашел, да? А, серьезно, тут открыто было? А, стоп, подожди. Еще выше? А, вот еще выше. А. А, ну первый уровень. Блин, а я мог, да, серьезно? То есть еще очень много первых уровней, куда я не зашел, по факту. Тогда, может, все проще, чем казалось бы. Демимаска, теперь ты моя, да. Это тоже нам. Уединенное место в трех метлах. Уединенное место в трех метлах — это укромный уголок рядом с главным залом паба профессора Хогвартса. Часто использует его. А, профессора Хогвартса часто используют. Чтобы избежать столкновения с толпой студентов. Вполне вероятно и совсем не удивительно, если студенты тоже довольны, что у их профессоров есть свой отдельный уголок. Ну, какой секретик мы нашли. Так, здесь больше вроде ничего интересного. Так, кстати, у нас есть много чего открытого. Давайте заберем, наверное. Так, испытания. Здесь все забрано. Здесь все забрано. Здесь. Ага, забрал. А, еще что-то есть? Нет, да? Да нет. Руководство.
Это нет еще. Рано. Спасти магический рецепт пулей для веретениц. Награда средством охранного снаряжения. Древняя магия. Ага. Хорошо, рецепт еще какой-то получили. Ладно, сделаем. Так, ну здесь, в принципе, нечего смотреть. Пойдемте. Ну вот, потихонечку Диме масок пособираем. Походу. Где-то вот туда, да, я, по-моему, смотрел. Вон там. А, ну это замок. Это замок. Ты глазастый, да? А я хитрый. Ты глазастый, а я хитрый. Так, здесь у нас просто замки, замки. Здесь у нас вроде ничего такого нету. Смотрю на время, сколько там у нас. Так, здесь тоже вроде бы ничего. А, метлу я не могу. Блин, зараза. А ты мне какой квест показываешь? Зачем? А зачем ты мне основной показываешь? Ты мне основной не нужен. А, нет, он мне вот это правильно показывает. Все, ладно. Ладно, сейчас куда-нибудь выйдем, на метле полетим. Так, там замок. А, быстренько пробегусь. Так, ну давай, 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 залазь. Ты же магёш, я знаю. Ага, хорош. Так, ну здесь вроде не видать. Владелец магазина Клюква Холодок Элизе страдает, старается найти пристанище для нуждающих тварей и является единственной торговкой. А, вот это, да? Ну давай, зайдем. Hello. О. Mind you don't turn quick. If you're stuck with a Duracool feather, it doesn't half hurt. А, что ты там сказала, я не понял, да, как бы особо неинтересно. Давай поторгуем. Hello. Здравствуйте. Эй, добро пожаловать в Клюв и Хохолок. Я Элли Клювс, и прежде чем даже тот торговец из Оттериси Сент Кэтчпоук закупил у меня целую партию и вынудил лично ее доставить. И что с того, что мне пришлось ради... Кажется, его кто-то обманул при покупке шерсти кошки Вампус. Какой-то американец должен быть. Но у нас здесь эти кошки даже не водятся. Так что же привело вас в мою лавку? Ищите шерсть лун-теленка? Собирать их самой – та еще задачка. Ведь птичка все время исчезает. Плутовка. Но их покупатели хотели бы на свои деньги, потому что... Так, потому что по приходе домой... По приходе? А, ну, в принципе, да, наверное. Приходят домой, не могли найти этих чертовок. Могу себе представить, как это раздражает. И похуже бывает. Уж поверьте мне, большинство поставщиков перьев, фуперов уж, наверное. И тут нечем удивиться. Ох, как эти твари кричат. Но поди ж ты, до чего чудесное оперение. Ради этого можно и рассудком тронуться. Ничего не скажешь, вредная у вас работа. Дело, говорите, друг мой. Я раньше сама таскала существами. Хорошие были деньки. Но больно уж родители волочали. Не моя в том вина, если малышня заражалась блохами от жмыра. Ох, вы бы их слышали. Я хорошенько приглядываю за существами, чтобы они были в безопасности. Правда, немного... Не могу такого сказать о будущих. Итак, почему бы вам не осмотреться? У меня всегда есть что-нибудь новенькое. Заходите, когда сможете, пока есть что купить. А у нас тут твари не задержишься. В прямом смысле. Спасибо. Не торопитесь. И спасибо, что зашли. Необычайно этому рад. Господи, как они тараторят. Они... Текст русский, он сильно длинный. Он... Они... А просто сказал спасибо, а там текст на миллион слов. Так, продать.
На, держи пушишку. You know where to find me. Забирай, забирай. Так, а тут это, это понятно, но это мне не, не надо ничего. Это я покупать не буду. Да-да-да-да-да-да, до свидания, до свидания, до свидания, до свидания. Ревелио. Так, ну здесь ничего, да? Пойдемте еще вот крайние дома проверим по левой стороне. Вон тот крайний домик. Чтобы уже убедиться точно. Так, ну это вроде замки. Это просто замки, их мы потом вскроем. Так, тут замок. Тут вроде ничего. Так, летать могу, летать не могу. А, сундук. А, уровень 3. Нет. Да зачем ты пошел? Пошел, пошел, пошел. Я вышел из Хоксмида, ничего не знаю. Пусти меня летать. О, теперь точно вышел. Полетели. О, кстати. А, кстати, да. Почему бы и нет. Ага, где еще? А где еще? Так, там понятно. Вижу. Лечу, мчу. Лечу, мчу. Сбиваю. А чё, в смысле не сбилась? Ты чё? А, пупела, что ли? Давай, сбивайся. Пойдемте испытание Мерлина. Возьмем. Не то. Не та кнопка была. Отлично. Так, надо бы заканчивать. Так, а что ты хочешь? А, наверное, разбивать, да? Может, далеко просто? А, просто разбить. Угу. Еще 3. Ну, жалко, это не скипается, но правда, можно же было сделать на последующие пропускания вот это все. Зачем так делать? Зачем так делать? Полетели. Полетели, полетели. These rocks have seen better days. Ну, мы на месте. А, вот и верхний Хоксфилд. Где же найти мисс... Ага. Интересно. Досадно, что Бардольф решил обратиться к темной магии. Его исчезновение наверняка замешано руку. Здравствуйте, мисс Поттл. Вообще-то это Сирона Райан попросила навестить меня. Вас. О, дорогая моя Сирона, настоящее сокровище. Всегда такой была, сколько я ее знаю. Она сказала, что вам может понадобиться помощь со сбором ингредиентов для рябинного отвара. Она права. Мой дорогой Эйден собирал для меня мурлокомлей, господи. Сочувствую вашей утрате, мисс Поттл. О, благодарю. Он был любовью всей моей жизни. Без него я чувствую себя немного потерянной. Если вы согласитесь собрать для меня немного мурлокомлей, я с радостью, господи. Конечно, я помогу поискать их для вас. Было бы замечательно. Я беспокоюсь о странствующих торговцах. Охотно приготовлю им больше рябинового отвара. А еще Сирона упоминал, что мистер Споттл собиралась внести ей коробку писем, когда ему стало плохо. Ах, да, конечно. Чуть не забыла. Я нашла ее перед смертью Эйдена. Он собирался посмотреть ее вместе с Сироной за кружкой другого сливочного пива. Эти двое всегда были как два лукотруса на ветке. Эйдену стало плохо, когда он собирал мурлокомлей по дороге к Сироне. Он дошел до дома, но, видимо, обронил коробку где-то в пещере. Она находится в горах юго-западу от нашей деревушки. Соберите мурлокомлей, а заодно и коробку писем найдете.
Да, типа, слушай, Сирон сказал, что жила с вами летом, когда училась в Хогвартсе. Какой она была? Господи, да, она практически не изменилась с тех пор. Все такая же очаровательная, рассудительная, заботливая. Как же нам было весело, когда они с друзьями навещали нас во время учебного года. Все обсуждали, что упражнялись в заклинаниях. Талантливые ребята. Ее подруга Мирабель в садоводстве — настоящий гений. А она училась всему у своих родителей маглов. Представляете? Вы помните, что за письма вы положили в коробку? Ну, конечно. Несколько писем от ее школьных друзей. Приятные воспоминания. И даже письмо, которое Сирон написал мне в те времена, когда отправилась, оставалась у нас. Когда я читаю письма юности, всегда удивляюсь, насколько же я изменилась. И в то же время осталась прежней. Спасибо, мисс Пот. Вам спасибо. Я подожду здесь, пока вы соберете муркомолей. Мы с торговцами, которым я помогаю, будем безмерно вам благодарны. О, вот это вы говори, муркомолей и всего прочего. Вас... Пойди так. Ну ладно, полетели. Так, а это что, приземлиться? Нет, что-то интересное. Чё это? А чё это? Ладно. Так, Infernal. А я хочу с ними сражаться? Да, наверное, хочу. Получайте, твари. Даже не думай. Хорош. Все? А, даже не поняли, что это было. Размотал только так. А что всего два заряда? Что, блин? Так, а там кто у нас? Ага. Там вообще болото какое-то внизу. Так, а здесь у нас что? О, замок третьего уровня. Блин, надо искать, наверное. Опа, там это бандюганы, бандюганы. А ну иди сюда. Сосунки. Темная дворняга неинтересна. Да какой конфринго? Лети. Лови. А чё так два сразу? Вау, больно, 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 алё. Никаких редакта и всего прочего. Ага. Ты падла. Отпусти меня. Да алло, гараж, не надо меня писать. Подлечись ты уже. Тихо, 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 аккуратно. Полетай. О, убил. О, ты туда же лети вниз. Опа, а, нет? Гато. Чепушила. Фух. Так, это собираем. Туда же. Это что у нас это? А, нам наверх еще. This must be the cavern Mrs. Bottle mentioned. О, сорян, ребята, не за что получили.
О, что-то тут это страшно. Так, ну давайте, наверное, закончим на этом и продолжим в следующей серии, а то тут уже время там много. С вами был Green Knight. Подписываемся, ставим лайк, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока.